Короче, пацаны, помните, 28 сентября у меня был видос, где я обещал вам задонить ваучеры. Я выбрал двух победителей, и я уже им все задонил. Вот, даже все чеки, что прошли донаты. Но у меня видос тупо не записался. Он обработался, но не сохранился. Поэтому, смотрите, это первый был победитель. И чеки все есть, поэтому ФРКЗ и ЕА Нео, отпишитесь в комменты, вам пришли недельные ваучеры. Сорян, видос реально не записался, не сохранился. Два победителя есть, еще раз говорю, все чеки есть, выложены, поэтому все топово, все круто. Когда буду просить вас писать айдишники, а реально пишите ID, и можно на реально забрать недельные ваучеры. А мы переходим к видосу. Всем здорова, дорогие друзья, с вами Даласка, и пока идет загрузка игры, сразу же веду вас в тему. Сейчас по интернету гуляет просто туча информации, есть видосы на ютубах, многие ютуберы делают по этому поводу видео, вы уже догадались, наверное, я по названию ее видосу. Речь пойдет о трейде. Ребята, пацаны и девчонки, ля, просто вот хочется вместе с вами все это обсудить. Давайте по порядку. Много ютуберов стали делать видео, где они показывают скрины, где типа им что-то приходит, что они отправляют друг другу со склада. Давайте просто рассмотрим вот ситуацию, как она есть сейчас. И в конце подведем видео. Не перематывайте, потому что это реально для вас нужная и полезная информация. Все разберем и в конце подведем итоги. Это будет мой официальный ответ. И вообще можно сказать, что обсудим все как есть. Итак, давайте, например. Например, можно подарить со склада набор на Мигель. Вот прямо целый набор на Мигель. Вот так, заходим на склад смело. Так, хорош вызывать, а. Так, наборы. Так, где у нас набор Мигеля? Объясню, почему выбрал именно набор на Мигеле. Во-первых, потому что он у меня есть, еще доступно 5 штук. Набор Мигеля стоит 2000 алмазов. Чтобы его купить, не берем в учет скидки. Он стоит, если есть удвоение на киви, то 600 рублей. Если нету, то 1200. Получается, чтобы купить набор Мигеля, нужно вам задонить или 600, или 1200 рублей на один набор. И тут, например, объявляюсь я и говорю: пацаны, продаю набор Мигеля за 300 рублей. То есть получается, что прибыль идет не ко мне, ой, не к разработчикам, а ко мне в карман. И то даются уже вещи со склада. И получается, что разработчики от этого вообще не в плюсе. И еще самое главное, они вот именно не добавят трейд из-за этого, потому что это портит всю политику игры. Получается, что будут вот такие наборы покупать не в магазине, а просто у игроков, которые они есть на складе. А также, все вы, наверное, знаете и смотрели Дамбаза, который делал видосы, что меня обманули на трейдах и т.д. Чтобы этого не было в игре, чтобы разработчиков не заваливали вопросами, что меня обманули, у меня украли деньги, мне не дали сет, или у меня украли набор с магазина и не заплатили за него. Именно поэтому разработчики не будут добавлять трейд. И реально, я вам говорю, мне уже пишут игроки, мне они говорят, что вот там скоро добавят трейд, а давай ты вот мне подаришь вот то, я готов у тебя купить это и за неплохие деньги. Пацаны, как бы это стрёмно не звучало от меня, я сам хочу, чтобы трейд добавили, но его в игру никогда не добавят, потому что это просто портит политику игры. И, наверное, вы знаете, что Артём БН, он же Артём Балабашин, он же комьюнити менеджер Free Fire, у него есть свой канал, и на одном из стримов он официально заявил, что трейд в игру никогда не добавят. Возможно, вы его смотрели в тот момент на стриме, я это посмотрел.
посмотрел, увидел. И реально по этому поводу такой хайп пошел, что добавят рейд. Все и русские ютуберы даже стали снимать. Телекскикс вот снял, что добавят этот рейд. Я его не осуждаю, это контент. Я просто вам хочу сказать, что рейд в игру не добавят. Поэтому можете, так сказать, расстроиться, можете мне влепить дизлайк за то, что я обрушил ваши надежды. Но можете тоже написать в комментарии, реально, напишите в комментарии ваше мнение. Хотели бы вы, чтобы добавили трейд в игру или нет? Ну, а с вами был Даваска, всем огромное спасибо за просмотр, всем удачи, всем счастья, здоровья, всем счастливо, всем пока. И да пребудет с вами скилл. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи, всем пока. Ты поставил лайк? Поставил? Не поставил? Еще не пойму. Не встать? А то-то же. Не ставит, представляешь? Нет, я сейчас могу встать.